стоят пасмурные дождливые дни. Когда я возвращаюсь на чердак, где работаю, все кажется мне удивительно грустным. Даже свет, даже свет, падающий через единственное окно на пустой этюдник, станет ли мне со временем лучше? Или, быть может, хуже? Я этого не знаю. Помню картину, лошади, несчастные, замученные клячи, стоят покорно, готовые ко всему. Они свыклись со своей долей. Что еще надо жить, надо работать. А если завтра на живодерню, что ж, они готовы и к этому. А ты заметил, что у старых извозчичьих кляч такие же большие тоскливые глаза, какие бывают иногда у святых.